Житель Белокуракина просит помощи. В феврале этого года в пожаре Николай Скляр потерял жену. А дом теперь непригоден для проживания. Громада помогла отремонтировать крышу. На дальнейшее восстановление у погорельца денег нет. Беда пришла в дом Николая Скляра в феврале 2017-го. На несколько минут Николай Андреевич вышел в летнюю кухню разогреть обед. Вернувшись, увидел, что дом, в котором находилась его жена, был полностью охвачен огнем. Мужчина пытался тушить пожар своими силами, но все было безрезультатно. Поэтому он побежал к соседям просить о помощи. Я не мог ничего сделать. Я выбег, на меня все горит. Побег в одни двери закрыть, ворота закрыть. Нема никого дома, в другие. И бегаю босой по улице, но снег, зима, да. И на меня все горит. Свой дом Николай вместе с покойной женой построили в 59-м году. Теперь жить в нем нельзя, да и просто находиться небезопасно. За помощью погорелец обратился в громаду. Допомогла громада, сделали, крышу сделали. Крышу, доступ привезли, подладили. Работы по восстановлению сгоревшего жилья еще много, но ни финансово, ни физически пенсионер не в состоянии отремонтировать дом. Надо двери сделать, ну тут хоть трохи, векна постеклить, там якісь. Ну хотя бы это сделать, чтобы не так страшно было заходить у двери. Ну, а что? А, так и в середине надо наладить хоть трохи, десь что-то подштукатурить, десь подладить там что-то. На улице, где он живет, соседи в основном пожилые люди. Помочь ничем не могут. Надежда у него только на неравнодушных жителей поселка и громаду. Елена Зверхановская, Юрий Ромасюк, Подія.